Владивосток, 5 декабря 2022 года. Вот в этом доме, вон в тех окнах, снимался эпизод фильма «Напарник», в котором снимался Гармаш. Адрес этого дома — Суханова, 13. Возле этого дома такая интересная площадка обустроена. Суханова, 11. Кто-то так с выдумкой подошел к этому обустройству. Здесь такой уголок интересный тоже обустроили.
Вот это домик, дом-музей имени Суханова. Мемориальный дом-музей семьи Сухановых. Что-то музей-то, стены пооблупились. Золотой мост, там бухта Золотой Рог. Чуть дальше остановка общественного транспорта Суханова. А на этом доме сохранились резные элементы на окнах. Там виднеется театр имени Горького, афиша «Щелкунчик». Ренессанс, отель.
сквер имени Суханова. Там установлен книжный шкаф. Можно подойти и выбрать себе какую-нибудь книженцию. Ну или оставить свои книги какие-то. Здесь стояла детская площадка, но в этом году ее разобрали. Наверное, на следующий год что-то будет здесь новое на этом месте. Вот это здание местное телевидение ГТРК Владивосток. Вести Приморья здесь снимают. В 2014 году установили здесь вот такую гранитную лавочку газеты «Владивосток», 25 лет. Телевидение находится по адресу Губаревича, 20А.
Что это за дом? Прапорщика Комарова, 42. Здесь пойдем. Заходите, хлопайте, чё так, стойте, как чёрта пойдёт. Мужики или хулицы? Thank you.
Музей пограничного управления. Вот это здание. А на этом месте как когда-то было троллейбусное кольцо. Остановка здесь была. Здесь уже что-то строят, наверное, к Новому году.
машины припаркованы где можно и где нельзя. Еще не убрана фотовыставка «Дети Азии».
спортивная набережная. Набережная спортивной гавани. С правой стороны находится стадион «Динамо». Продают здесь всякие игрушки, сувениры. На прошлый Новый год на стадионе «Динамо» заливали каток. В общем, здесь еще продолжаются работы. Плитка вроде уложена, но, наверное, доделывают что-то. Дворники работают, вон лед долбят. По чуть-чуть начинает и здесь лед появляться. Скоро замерзнет все. Люди будут гулять здесь по льду. Дворники убирают лед. Подготовки к Новому году пока не видно. Что-то за ларек поставили. Экскурсия. Это, наверное, очки надо одевать и там виртуально путешествовать.
Вот это 7 сопок. Там на каждом этом столбике QR-код можно отсканировать и узнать информацию о сопке какой-нибудь. Здесь построили в этом году скейт-парк. Ну, тут пацаны и на скейтах, и на самокатах гоняют, разные трюки делают. Там кинотеатр «Океан». Старейшая гостиница города Владивостока «Версаль». Там стадион «Динамо». Ресторан «Супра».